Радио Логойск. Согласна. Па, подъем! Звездам отечественной эстрады! Физкульт, привет! Привет, па! Да но мне тело! Что мне делать с ним? Таким единственным... Таким твоим! И таким моим! За радость тихую дышайте жизнь! Кого скажите мне? Мне благодарить. Молодец. Молодец. Только не я, па, а Мандельштам. Мандельштам. О, Танька пришла. Привет, заходи. Ты чего? Иди сюда. Ты иди. Па, чайку нальешь? А, легко. Ты чего? Я только из поликлиники. Ну? Я беременна. Круто. От Юрки? Ну, от кого же еще? Так это же здорово. А чего рвем? Боюсь. Тань, ну ты не маленькая, уже все рожают, и ты родишь. Слушай, ну а Юрка-то знает? Да в том-то и дело, я не рожать боюсь. Я Юрке сказать боюсь, а вдруг он против? А, чё это он против? Что? Таня, он тебя любит. У вас завтра свадьба. А вдруг не любит? Как это? Или любит, но не очень. Или любит? Меня любит, да, а да меня подожди. С ребенком любить не будет. Таня, не говори глупостей. Все у вас будет отлично. Я думала, что-то серьезное случилось. Так, все, нам на работу пора. Подожди, я переоденусь. Там Муртик на улице на Элвисе ждет. Тань, ну подождет. Иди на кухню, чайку выпей. Вот Альберт, Калуга, Тула, Тверь, Рязань, Ярославль. Куда еще? Ну неужели в России Золушки перевелись? Тебе певица нужна. Кстати. А чем тебе Марина не певица, а? Да. Звезда, опыт, талант. Она тебе не то, что Золушку, но тебе эту. Ну. Как ее? Она тебе за Снежную Королеву все партии исполнит. За Снежную Королеву исполнит. Мне Золушка нужна. Упертый ты, Леша. Нет, только ты мог меня вытащить из Москвы вот в эту глушь, глухомань. Чтоб для столичного мюзикла голоса искать. Тут даже орешки какие-то не такие. А ты считаешь, страна заканчивается Садовым кольцом, да? Как смешно. Ну, организовали же кастинг, а? Ну, что было переться? Поверь мне, вот на днях у тебя все Золушки Москвы соберутся. Ну, посмотрим. Посмотрим, когда у тебя деньги закончатся. А что, закончится? Вот как раз я твой гарант, чтобы они тебе не заканчивались. Поэтому я говорю. Ну, говори. Я и говорю. Я кричу. Да кричи тогда. Я кричу, Рудаком. Я. Спустись на землю, а? Есть спуститься на землю. Завтра свадьба. Завтра? Завтра. А когда я ему расскажу? Ну, завтра и расскажешь, Тань. А как лучше? До или после бракосочетания? Тань, ну лучше до. Я тоже так думаю. Сразу после. Тань, ну ты ей-богу, а? Девчонки, ну давайте быстрее. Давай. Идем. Мурсик, я? Когда ты уже свой драндулет починишь? Прыгать! Каждый раз одно и то же! Ну, сами знаете, если Вел не заглохнет, то потом все, придется толкать. Ой, где Вил? А то мы его не толкали. Езжай уж! Ну, а я что делаю? О, Вик, смотри, кавалер твой. Наверное, поздороваться хочет. Да. Ты чего говоришь? Он какой кавалер? Серег, здорово, но ты же знаешь, если остановлю, заглохну. Здорово, Мурзик. Здорово. Я на секундочку.
Здравствуй, Вик. Привет. Таня? Привет, Серёга. Серёга, времени в обрез. Девчата опаздывают на фабрику. Вот-вот. А кто-то мне диск обещал. Серый, ну альбом пока совсем не готов. Ну, понимаешь, треки не так... Ну, есть же рабочая запись, Мурзик. Ну, Вик, вот, есть же рабочие, конечно, можно и рабочие. Серёга, слушай, ну, давай потом, а? Ну, когда потом? Так, товарищ Мурзик, а где наш огнетушитель? Да, начинается, сейчас. Где наша печка? Викуль, подай там сзади, возле подушки. Спасибо. Серый, от сердца отрывай. Единственный экземпляр, что без всяких тиражирований, понял? Я. Спасибо. Вик, я тут спросить хотел. Спрашивай. Серый, времени нету. Ага. Если хочешь девушку пригласить, ты приглашай. А если нет, ты так... что, вообще? Ну что? Ладно, я лучше потом. Все, пока. Давай, пока. Красотки прибыли. Ага, и опять на ходу прыгать, да, Мурзик? Осторожно, ноги берегите. Да ну тебя. Вик, 8 в ностальгии, не забудь. Мы с пацанами в 7 на разогреве. Я помню, пока. Давай, пока, мамзели. Пока. Это пока предварительно. Приказ от Москвы придет. Всех мы говорили. Вот увидите. Да не совсем, а волнуйтесь. Иришка, привет. Привет. А что такое? Списки повесили на сокращение. Девчонки, привет. Ну, куда еще пройти, а? Тань, подожди. Мирон, тебя оставляют. Радуйся. Тань! Вик, тебя нет. Вот запоете, смотрите. Отлично. А я есть. Я слышала. Вик, приказа еще нет. Отличный подарок. Девчонки, накануне свадьбы, а? Куда дальше ехать? А? Где выезд из города? Давай быстрее, штурман. Да сейчас, пошел, да подожди счет, 5, 4, да 3, 2, знаете, 1. Выезд из города. Поворачиваю, иду на круг. Да иди, кто тебе мешает? Где выезд, где выезд? Альберт, да куда? Да черт его знает. А? Не, ну нормально. Порзи! Козлы, а? Так, Мурзик, спокойно, нормально все. О, Лешка, останови, я вот этого спрошу. Будьте любезны, вы не подскажете, где я находится... Я сейчас подскажу любезно. Жми, Лёша, я тебе сейчас такой попаду. Стоять! Стоять, козлы! Сам, козел, провинция. Вот тебе провинция. Лёш, оу. Смотри, ресторан. Ну? Может, остановимся, перекусим? Часа 4 еще до Москвы ехать. Ну, может, и остановимся. Ностальгия. Альберт, ты либо попадай внутрь, либо не пой вообще. Добрый день. Ностальгия. Господа, у нас отличная кухня, будете вспоминать с ностальгией. Проходите, пожалуйста. Видал? Видал, видал, заходи. Хорошо. Проходите. Что-то в этом есть. Предчувствие любви. Ты мне на ушко что-то тихо сказал, потом прощание и светлая грусть. Ты жди меня, я очень скоро вернусь. Что-то в этом есть, предчувствие любви. Что-то в этом есть. Ненавижу яблоки. А зачем ешь? Зачем? На. Танька? Ну, за твое здоровье. Ой, уже за ваше здоровье. Да ну тебя. Вот Юрка обрадуется. Здрасте. Беременная и безработная. Не знаю только, с чего начать. Как безработная? Я была у директрисы, и никого не увольняют. Да? Я только что от нее. Увольняют по списку, пришел приказ. Ладно. Держи. Узнайте. Ты куда? Я куда? Я к директрисе. Скажу, чтобы вместо тебя уволили меня. Ты чего? А ну стой! Вика! Опаньки! А вы здесь каким боком? Ладно.
Здорово, Андрюха. Здорово, Мурзик. А, привет, привет. Здорово. Здорово. Слушай, не знаешь, чья тачка? Да эти, крутые из Москвы приехали. Ага. Кстати, я одного из них по тильку видел. Да ты че? Как их? Музыкальные. Музыкальные продюсеры, вот. Уверен? Так на тачку глянь. Да? Подожди, продюсеры, говоришь? Блин, а? Стой, спасибо. Спасибо, Андрюх! Пока, пока, пока. Вик, пока. Зря ты уволилась. Ну куда ты теперь? Алло? Вик, быстро, стой в ресторан. Так у меня еще полчаса. Нет, у тебя никаких полчаса. Стой в ресторан, потом все объясню. Пока. Вик. Тань, ну давай не будем об этом. У меня ресторан, у тебя фабрика. И вот. И Юрка. И Юрка. Ну что ты? Так, ты ему сказала, надеюсь? Вик, давай не будем об этом, а? Таня! А я говорю нет. Раз, раз, раз. Пожалуйста, здесь без сдачи. Спасибо. Скажите, а у вас все такие кареглазые? Все. Алексей, я остаюсь. А? Ой, оставайтесь, оставайтесь. Через минуту начнется музыкальная программа. Живой звук. Играет группа «Логотип». Ага. Вот, все наши логойские ребята. Значит, группа «Логотип». А в 8 часов будет петь наша звезда. Вика Миронова. Вам понравится? Понравится, оставайтесь. Жаль, не могу. Дела. Вика Миронова. Ну, заходите к нам еще. Вика Миронова. Раз, Вика. Итак, начинаем. Ностальгия, как меня слышно? Спасибо, хо-хо-хо! Спасибо, Владик Ударный! Женя, бас-гитара! Юра, соло! Ну и, конечно же, надо не забыть про клавиши. Можно просто Мурзик. Группа «Логотип». Да-да-да, и, конечно, начнем мы с первой композиции, которая называется «Некрополис». Поехали! Вдруг это Вика и есть та самая, которую мы ищем. Лёх, тебе только могилу исправили. То и требовалось доказать. Все выключено. Все окей. Все кстати, окей, где-то окей, я видел этого кренделя. Женя, у себя посмотри. 30 секунд, и мы продолжим. Правильно? Жень, ну не слышишь, фони. Москва. Что там? Бать, у тебя там что? Правильно, я. Москва. Да, да. Ну, поехали. Давай, давай, давай. Поехали, поехали, поехали. Давай, ну, поехали. Давай, поехали. Тупи, 4 давай. Часа ехали. Все, включил уже. Ну да. Лех. Да. Что, дамы и господа, итак, мы продолжаем. Лёх, а ты ностальгию с ностальгией будешь вспоминать? Ну, хватит, Альберт, поехали. Значит, с ностальгией. Здравствуйте. Здравствуйте. Девушка, а мы с вами не знакомы, нет? Нет. А давайте познакомимся. Видела? Видела, какая красивая, а? Тебя Рая когда-нибудь четвертует, вот точно. Пока это не случилось, есть шанс жизнь прожить красиво и страстно. Чего там? Приехали. А может, сделать Марину этой, Снежной королевой? Да при чем здесь Снежная королева? Фи! Фи? Слушай, старичок, учитывая, сколько она в тебя бабла вложила, твой мюзикл, ее надо делать с Золушкой. Дорогие друзья! Давай, Вик, тебя только ждем. Ты уверен, что они здесь? Да что ж ты? Ну, конечно, уверен. Машка их обслуживала. Тачку у входа видел? Давай, пойдем. Я не могу. У меня горло. Извини. Так. Горло у меня. У тебя голос. Так, все, ой, вперед. И ни шагу назад. И Вика Миронова встречаем! Супер. Мурзик. Что? Они ушли. Дорогие как уже? Друзья. Ну да. Добрый ну, вечер. Ну я их рассчитала вот, уже. Сегодня мне хотелось бы исполнить для вас песню, которая называется «Голос». А написала ее... Ее написала... Алиса Диамант.
от рождения. Голос, который со мною всегда. Голос, спаси меня от искушения. Если со мною случится беда, голос, красивая вольная птица, птица, что дружит с моею душой. В клетке ты больше не будешь томиться. Хорошо, пятый не годится. Так. Шестой вариант. Давай. Берем девчушку. Ага. Простую. Из провинции. Угу. Хотя бы эту вот. Певичку из ресторана, как ее? Вика Миронова. Да. Берем, подотаскаем. Если хоть какой-нибудь талант есть. Опаньки. Доверься мне, я сделаю. Я сделаю из нее первую певицу. Тихо. Ну куда еще? Да подожди. Что, любезный? Долго мне еще потеть под дождем, а? Все уже, все, большое. Что, тебе 4 болта языка? Давай я помогу. В чем дело, гражданин? Какие-то проблемы? Нет, товарищ лейтенант, просто голос очень красивый. Еще бы. А вы не знаете, кто это поет? Так это ж... Это ж... радио. Вас понял, уже в пути. А какая радиостанция, товарищ лейтенант? Извините, гражданин, некогда. Голос, красивая вольная птица, птица, та-да-да-да-да-да-да. Тайра. Лёх, ну ты чё? Та-ра-ра-ра-ра-ра-тай. Поехали. Поехали. Ну а что записано-то ищем? Я не знаю, но очень хочу узнать. Понимаешь, я очень хочу узнать. Очень. Альберт! А? Очень. Очень. Алексей, ну ты даешь. Ладно. Что мы не имеем? Ни названия. Нет. Ни музыки. Да. Ни исполнителя. Mm. Ни радиостанции. Mm-mm. Замечательно, замечательно. Mm-hmm. Как искать? По запаху? Поет девушка. Девушка? Очень хорошо. Куплет. Секунду. Слова примерно такие. Подожди. Так. Сейчас вспомню. Угу. Голос. Голос. Красивая вольная птица. Красивая. Вольная. Птица. Птица. Так. Птица. Два раза птица. Так. Что дружит с моей душой? Что дружит? С моей душой. С моею. С моею душой. Больше ты в клетке не будешь томиться, или в клетке ты больше не будешь томиться, не суть. Не будешь томиться. И последняя строчка. Угу. Пам-парарарарарам с тобой. Пам-пара. Угу. Так и писать? Со мной. Да не с тобой, а с тобой. Это финал куплета. Птица, значит. Угу. И где нам искать этого журавля в клетке? Ну, будем искать. Эх. Лови, птичка! Большая и маленькая!
ерунда. Ерунда, говорю. Па, я в парикмахерскую. Ты чего молчишь? А что? Мне уже доложили, у вас на фабрике сокращение. Надеюсь, тебя в списке нет? Нет, па, ну это не важно. Я вот чего подумал, дочка. Что? Может, тебе в столицу поехать? Зачем? У тебя талант. Езжай в Москву, поступай в музыкальное училище или в консерваторию. Учись. Пап, ты меня что, гонишь? Нет, но ты должна ехать. Пап, здесь мой дом, здесь мне место. В ресторане? Да. Нет, Викуся, это я в школе на своем месте. А тебе нужно искать свое. Ну, хорошо. А как же ты? Да ты вообще обо мне не беспокойся. Думаешь, я себе омлет сам не смогу приготовить? Пересолишь, как всегда. Ну, если что, у меня есть тяжелая артиллерия с омлетом под бок. Фифочка в бегудях. Наша соседка прекрасно готовит лазанью. И потом, ну разве плохо, если вся страна услышит твои песни? В Москве у тебя есть шанс. Станешь звездой. Ну. Да. Это я в нашем ресторане звезда. Здесь все свои, а там чужие. Под лежачий камень вода не течет. Викуся, поедешь в Москву, освоишься. А не понравится, вернешься обратно. И к тому же на первых порах есть где остановиться. Так, ты не видела, куда я ее положил? Чего положил? Да фотографию. Нет. А, вспомнил. Иди сюда. Ты знаешь, Виктор, каким большим человеком стал? Живет на Рублевке, в особняке, вот. Смотри, он оставил тете Кате фотографию, приглашал всех в гости. И потом, он не чужой тебе человек, двоюродный брат. Как-никак ближайшая, можно сказать, родня. Пап, как же я тебя люблю. Дочка, я очень прошу тебя. Завтра ты поедешь в Москву. И потом, я купил тебе вчера билеты на автобус. Алло. Алло, привет. Дама. Я говорю, что я вчера не смогла к тебе, так... Ну, если вчера не смогла, заходи сегодня. Сынок, сегодня я тоже не смогу. Я тебе обещаю завтра. А что это ты там посуду извинишь? А, я так понимаю, что поисками домработницы ты так и не занимался. Ну, когда, мам, ну? Ну, понятно, пока мама сама за это не возьмется, посуду будешь мыть сам, да? Да. Леша, да я, привет. Я не тебе, мам. Леша. Не тебе. Да, заходи, заходи. А что, к тебе кто-то пришел? Ну хорошо, я тебя больше не беспокою. Да, хорошо. Завтра я к тебе загляну. Пока. Пока, пока. Целую. Пока, пока. Привет. Привет. Так мы же должны были через час встретиться на репетиции. Ну да. Ты не знаешь, как эта штука работает? Ставишь грязную, достаешь чистую. Очень смешно. Леш, а ты что, меня в своем новом мюзикле не попробуешь? Почему? Попробую. Не, ну ты понимаешь, о чем я говорю? Понимаю. Ну? Золушка? Ну не мачеха же. Сейчас. Так. Минусовка. Угу. Текст. Чтобы от зубов отскакивал. Спасибо. Это все? Теперь все. Увидимся на репетиции. До встречи. Уже через 55 минут. Давай быстрее, открывай!
свое время. Так, стояночка всем. Всем оставаться на своих местах. Я сейчас камеру достану, будем снимать. Мурзик, давай только без твоих сюрпризов. Вуаля. Мурзик, а ты уверен, что Элвис потом заведется? Так, кстати. Так, спокойно. На Элвиса мне не наезжать. Эй, мы сейчас упадем. Эй, жених, давай аккуратнее. Порог высокий, не урони. Не говори бодро, а то невесту урони, что делать ты будешь. Ты шучу. Так, шампанское берем. Бокалы. Давай, разбивай. Опа. Итак, дамы и господа, в этих благословенных черных стенах зародилась группа... Логотип! Да-да-да! Ну, и тут, к сожалению, ей настанет конец. Вот так. Что за начало, а? Ты хочешь испортить мне настроение? Да нет. Почему конец? Да. Ну, почему? Я в мореходку собрался поступать. Питер, торговый флот! Вот да нет, и молчал. А чего трепаться? Это называется преемственность. Дед мой был капитаном, отец был капитаном, и Мурзик хочет тоже повидать свет. Капитан Мурзик? Я! Поднять паруса! Есть! Ничего, звучит! Капитан Мурзик! Гип-гип, ура! Ура! Ладно, ребят, я серьезно. Просто пора. Просто у каждого свой путь. И этот бокал я хочу поднять за каждого из нас. Во-первых, я хочу поднять бокал, конечно же, за себя. За себя, за капитана Мурзика. А вы, свадьба-то? Я шучу. Танюша, за тебя. Юр, за тебя. Ух вы, мои молодожены. Ну и, конечно же, Вик, за тебя. Я в мореходку, а тебе давно в Москву пора. Ну хватит уже. Алиса, как там? Диамант? Да, кстати, а что за фрукт? Кстати, я тоже не понял. Давай признавайся на камеру. Рекламу подсмотрела. Так. Шоколада. Диамант. Вот это отлично. За новую звезду. За Алису. Диамант. Ура! 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 За тебя, шоколадка. Ты чего? А что-то я не понял. А что? А чего? Горько. Горько! 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 4, 3, 2, 1! Не знаю, как ты могла жить без него. Как можно жить без тепла? Твоей улыбки, твоих Всё, глаз. Я ухожу! Не, не жди знаю, меня! Я не вернусь! Как ты могла, как ты могла жить без него? Можно жить без тепла, твоей улыбки, твоих глаз. Эй, молодожены, ведите себя прилично. Мы еще даже горько не кричали. Да пусть целуются, лишь бы не ругались. Кричали уже, ну да. Я тут хотел сказать. Спасибо тебе, Сережа, а то с Мурзиком свяжешься, знаешь, сто раз пожалеешь. Да, у нас чуть брачной ночи не лишил. Ну ты что? Да ладно, зато какой свадебный кортеж получился, настоящий. Ну да. Ой, он там совсем один, бедолага. Сабас! Че он там, шампунь нужен? Ничего, теперь он не обидит. Мурзик себя не обидит. Наливай! Мурзик, ты что, совсем обалдел? Эй, с ума что ли сошел? Серега! Я ж не за рулем! А где? А? Мурзик! Заберу права к чертовой матери! Ну начинается! Ну, Серега, ну за что права так сразу? Сер, я ж не за себя! Я ж за молодых! Ребят, ну вы что, совсем обалдели? Я ж при исполнении! А мы тебе и не наливаем!
Держи. Таня. А мне... То есть... Нам больше нельзя. Я буду папой? Вот теперь кричи горько. Вот теперь кричи, горько. Или я закричу. Я люблю эту девушку. Горько! Горько! Не знаю, как я могла жить без тебя. Как можно. Ребят, ну тише, можно? Жить без тебя. Твоей улыбки, твоих глаз. Не знаю, как я могла жить без тебя. Как можно жить без тела? Твои улыбки, твои Ну что? Ну вдоль вовремя вошла, Петь, скажи ему. Ну да, вроде как бы. Петь, ну не влезай, пожалуйста, хорошо? Сердце тук-тук, тук-тук, понимаешь, сердце, это сердце, оно тук-тук. Мне нужно, чтобы ты нутром пела. А не словам не выговаривала, понимаешь? Нет, сейчас. Не понимаю. Извини, старик. Да ну, Леша, да встань. Ну начинается. Я бы сказал, продолжается, Альберт Петрович. Мы так до Нового года ничего не запишем. Не, ну почему запишем? Да остался Бекки прописать. Нет, ей там... Как ты думаешь, что он ей говорит, а? Ну, что? Про грудь что ты? Грудь? Ну да. Ну, не знаю. Мне кажется, с грудью у него все в порядке. Ну, с грудью, да. Хочешь? Спасибо. Я два возьму. Бери, конечно. Здравствуйте, приехали. Ну, куда она? Ага, пока. Я опаздываю. Все, пока. Да пожалуйста. М? Они, видите ли, опаздывают, понимаете? Альберт. М? Что с голосом? Да. Петь? Альберт. Это не вопрос. Там нужно как-то приснуть и да. А, ты про песню? А. Старичок, хотел тебе сказать. Нет. Но. Обзвонил знакомых, друзей, приятелей радиостанции, телекомпании. Ищем. Сегодня звоню. Два раза. Петя, не даст соврать. Найдем. Ну да. Альберт, мне очень нужна эта девочка. Найди мне эту песню. Алло. Да. Все, скоро буду, да? Угу. До встречи, да. Все, я побежал. Опаздываю. До завтра. До свидания, Алексей Алексеевич. Да. Альберт Петрович, я тоже просто опаздываю там на звукозапись. Можно я пойду? Замечательно. Все опаздывают. Не, ну я же... Один Альберт Петрович никуда не опаздывает. Так... Иди, Петя, иди, конечно. Спасибо. Пожалуйста. Так, до свидания. Угу. Ты мое счастье, ты мое горе, ты мое... Тук-тук. Хорошая песня, чего ему надо? Алло, да, Раечка. Да, я опаздываю. И я бегу. Я бегу. Да-да-да-да-да, я слушаю тебя. Вот здесь адрес Виктора и номер его телефона на обороте. Обязательно позвони ему. Он тебе поможет. Па. Дочка, ты моя хорошая. Ну давай. Вик. Удачи. Не забывай. Группа! Логотип! Обнимашки! Так, скорее в автобус. Давай. Вик, держи сумку. Смотри аккуратно. Когда едешь, сразу отзвонись. Давай, пока. Пока. Держись. Пока. Вик. Всем привет. Пока. Вика. Thank you.
Алло? Да? Виктор? Да, кто это? Это я, Вика, твоя сестра. Ха, Миронова, ты что ли? Да. А, привет, какими судьбами? Я сегодня в Москву приехала, мне тетя Катя твой адрес дала, и вот я здесь. Да ты чего, а где здесь? На Солнечной, 12. Ты что, с ума сошла? Ты что там делаешь вообще? Тебя никто не видел? Нет. Ну и давай, давай, вали оттуда, я тебе сейчас адрес дам, запомнишь? Да, запоминаю. Значит, Партизанская, дом 8. Ага. Большое такое здание, да. Для намёков и большими. Офис, ну пойдёт. Здравствуйте. Здравствуйте. Я к Виктору. А вы Вика Миронова? Да. А он предупредил, вам вверх по лестнице на 5-й этаж. Угу, спасибо. И лифты у нас не работают. Так что пешочком, извините. Когда? Ну, как только будет, так сразу и отдам. Точно? Слушай, мы с тобой договорились. Ладно. Ну. Ой, Витя! Здорово. Привет. Слушай, у меня тут на работе за парой, ты тут еще приехала. Ты вообще чего в Москве забыла? Я на кастинг решила приехать. Надолго? Не знаю ведь, как получится. Ну, в общем, надолго. Ну, жить есть где? Я думала, ты мне поможешь. Ты думала? Нет, сестренка, лучше бы ты дома сидела, чем по Москве шастать. Не, ну намазано вам здесь всем, что ли? Извини, ведь я думала, что... Слушай, погоди, Вика, ну что ты кипишишь? Не кипиши, это же Москва! Сестренка, у тебя деньги есть? Есть немного. Так давай я тебе помогу, давай я тебе квартиру сейчас сниму. Ну, перекантуешься. Я думала, я у тебя смогу остановиться. У тебя дом большой, я много места не займу. Подожди, какой дом? Ну, папа мне твою фотографию показывал, которую ты своей маме прислал. Вот смотри. А, да, машина была хорошая. И дом был хороший. Понимаешь, кризис. На бирже все сгорело. Понимаешь, машину и дом пришлось продать. Так вот. Витя, мне очень жаль. А как мне жаль. Да ладно, сестренка, прорвемся. Угу. Ну давай, деньжата. Зачем? Ну, тебе жилье надо? Ну, надо. Ну вот. Это предоплата. А, за аренду с квартиры. Да, да, сейчас. Давай. Я, сейчас я. Привет, Ань. Привет. Здрасте. Здрасте. А? Так. Давай сразу по списку проверяем. Сколько человек приходит на кастинг? Ну, диктуй. Так. Есть. Это есть. Откуда бабло? Угу. Сеструха приехала, пирожков привезла. Ага. Угу. Я же говорил, отдам. Угу. Получите. Угу, распишитесь. Не, если ты не торопишься, да, могу и позже отдать. Позже будет, с большими процентами. Нет, вот это позднее. А сеструха твоя, она приехала учиться или работать? Слушай, ты кто ее знает? Она там вроде в Логойске в ресторане пела. Может, и в Москве этим хочет хорошо, заниматься. Понятно. Ты только не вздумай ее Рудакову показывать. Спустит тебя вместе с ней прямо с лестницы. Но ты же знаешь, как он любит, когда к нему родственников с улицы приводит. Уволит. Я что, на дурака похож? Да-да, я слушаю. Возвращаю. Ты еще должен. Через пару часов вернусь. А, ладно. Ты мое счастье. А? Хорошо, пока, перезвоню. Леха! Альберт Петрович! Лех! Его нет. Он в студии. Ты мое чудо красотюнька. Леха! Проснешься, я улыбаюсь тебе. С добрым утром, мой лучик солнца в судьбе. Нежным поцелуем тебя награжу. Что же это за счастье, тебе я скажу. И любуюсь долго-предолго сонным взглядом и смятой челкой. И
так будет всегда, по-другому нельзя. Ты мое счастье, ты мое солнце, ты мое тук-тук, что в сердце бьется, ты мое. Но по верхам она, конечно, не вытягивает, но я потом смогу их подтянуть. Мне кажется, легко получится. Ничего не надо. Выключай. Лех! Ну что, так и да. Что да? С тебя коньяк? С чего коньяк? Я нашел. Что? Я нашел твой голос. Иди сюда. Иди, иди сюда. Слушай внимательно. Да. Короче, угораздило меня обратиться к моей Раечке. Моей любимой Раечке. Спеть твою песню, голос. Голос, далекая звонкая птица. Я прошу, ты только не пой. Сейчас не об этом. Короче, Рая сидит в социальных сетях. Она там постоянно сидит, короче. У нее есть подушка такая, Алина, знаешь, такая сиська. Альберт, ближе, пожалуйста, к теме. Да. Давай без песен и подружек. Так, смотри. Какая-то свадьба, какой-то провинциальный кабак. Свадьба? На сцене непонятно кто, не разобрать. Так. Люди сидят. То ли 23 февраля, то ли 8 марта. Слушай сюда, внимательно. Оп. Сегодня мне хотелось бы исполнить для вас песню, которая называется «Голос». «Голос». А написала ее Алиса Диамант. Алиса Диамант, да? Так, это все. Ну? Это она! Это... Не слышу! А это она? Она? Это... Альберт Кацман сказал, Альберт Кацман сделал! Хорошо, старик, с меня коньяк. Не слышу! Это она! Ну, что? Это она! 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 С меня коньяк! Коньяк с меня тебе, старик! Я и нашел. Алиса Диамант, кто ты? Кто ты, Алиса Диамант? А, так есть такой шоколад. Алиса Диамант. Ну, да. Такой, горький. А, и этот, и есть такой молочный шоколад. И с изюмом, и с фундуком, и с лесным орехом, ну, и с этим, как его? Да. Алиса Диамант. А Диамант как пишется, через Ай или через... Через этот, через Ай. Ай. Че ищем-то? Шоколад? Я ищу певицу, ты можешь искать шоколад. Давай, проходи, не стесняйся, чувствуй себя как дома. Правда, до центра далековато, но квартирка супер, супер, супер. Ну, тебе на первое время хватит. Вить, может, разуться надо? Не надо, тут все равно бардак. Ванна, туалет, туалет, ванна, ну, это не важно. А вот там комната хозяинская, туда не заходить, это важно. Ага. Так, дальше, кухня. Микроволновка, стиралка, плита, холодильник. Вить, а зачем здесь столько коробок? А, коробки? А, это хозяйские, Паша. Мой кореш, экспедитор. Вот такой чувак. На месяц уехал из Москвы. Комната. Твоя комната. Нравится? Нравится. А это удобно? Что значит удобно? Удобно. Паша мне сказал, Витек, ты живи в моей квартире без меня. Пользуйся. Так ты же сказал, что мои деньги ты отдал как предоплату агентству за аренду. Ты где? Я в квартире. Нет, ты в Москве. А здесь друг, не друг, все равно плати. Деловые отношения. Я поняла, Вить. Послушай, ну не волнуйся ты. Я твои деньги отдал в агентство, как предоплату. Ну, ты можешь спокойно здесь месяц жить? Можешь? Можешь. Мне на работу пора. Меня тут шеф только на пару часиков отпустил. Чуть что, звони. Поздравляю, москвичка! Спасибо. Ой! Thank you.
Не показалось ли, кто-то сзади сигналил? Кто ж там сзади сигналил-то, а? Вот и я об этом. Ну все, умер. Оп. Кто умер? Планшет умер. О, господи. Нет такой певицы Алиса Диамант. Шоколад есть, певицы нет. Шоколад есть, а певицы нет. Шоколад есть, а певицы нет. Понимаешь? Нет? Угу. То есть коньяк я проиграл? Да. Но на виски-то я заработал? Нет. Вино? Нет. Пиво? Нет. Кофе? Нет. Ну, лимонад-то нальешь? Нет. Ну, не переживай ты так. Ну, найду я тебе эту Алису Диамант. Ну, слушай, не такое искал. О! Не, ну вы что, не видели? Я вам сигналила всю дорогу, а? Ты видел? Ослепли. Нет, нет, не видели. Лёш, читай. Посмотри, что эти уроды написали. Вы позволите? Да господи, Альберт, читай. Там не только про меня написано. Голос не нужен, если есть деньги. Если нет голоса, это не проблема. Это девиз певицы Марины Поляковской, купившей себе место в новом шоу Алексея Рудакова. Лёш, во-первых, я не купила место, я вложила бабки в твой мюзикл. Во-вторых, я считаю, ты должен с этим что-то сделать. Мариш, ну ты же не вчера родилась, а? Я тебя умоляю. Это же желтая пресса. Ей нужна шумиха. Ей нужен скандал. Угу. Читай дальше. Читай, Лёш. Судя по всему, певице в ближайшее время будет не до шоу. Редакция обладает информацией, что она находится... Вот и я об этом. Иди сюда. Садись. Находится на втором месте беременности. И, предположительно, отцом ребенка является... Ники Альберт Кацман. Ну что? Правая рука продюсера Рудакова. Бабочки дорогашки. Я-то тут при чем? Так и я про то же. Нахрена мне этот ребенок вместе с тобой, Альберт? Леш, ну что ты все ржешь? Прости. Меня жена четвертует. Ай, да ну вас. Ну, нормально, а? Ой. Вот мне интересно, тебе что, реально по барабану, что они обо мне пишут? М? Да? Альберт, мы напишем опровержение? Напишем. Пишите. Ты посмотри, ну как можно было такое фото размещать, а? Ну скажи мне, ну… Вот, а ты сейчас считаешь, что она Золушка? Не, ну если со спины, то вполне. А, голос мы сделаем, а шоу там… Ну, вообще, конечно, на троечку. Вот. 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 Лёх, ну посмотри, ну как можно было такое размещать? Ну скажи, ну что, у меня нет нормальной фотографии? Я могу достать, я принесу свои. Ну зачем? Ну позвоните, спросите. А ты знаешь, по-моему, очень даже неплохая фотография. Ты думаешь? Да. Фото удачное, да. Угу. Но жена четвертует. Ну, это не в первый раз. Да. В конце нашего новостного выпуска криминальная хроника. Столичная полиция предупреждает граждан Москвы, что в городе резко увеличилось количество преступлений, связанных с незаконным проникновением квартиры. Представители правоохранительных отметили, что чаще всего наивные хозяева сами впускают преступников в свои квартиры. Бандиты не только грабят, но и при оказании им сопротивления избивают и даже душат несчастных хозяев. Подобные случаи происходят в самых разных районах Москвы. Но, как правило, налетчики действуют на окраинах столицы. В случае обнаружения попыток взлома замков необходимо сообщить полиции. Ключи от квартиры лучше никогда не прятать в такие ненадежные укрытия, как почтовый ящик. А в случае утери ключей необходимо срочно произвести замену замков. Кроме этого, если вы все-таки столкнулись с преступником, не пытайтесь оказать сопротивление.
За здоровье. Ну, смотри. Все в порядке. Ну да, так лучше. Компактнее. Да. Витя, я человека убила. Как? Насмерть? Да, то есть нет, но я не знаю. Так, подожди, ты где? Как где? В квартире. Так, я не знаю, что мне делать? Никуда не уходи. Может, нет? Никуда не уходи. Оставайся. В общем, жди меня. Эй, Виктор, дай мне анкеты. Витёк, так, держи. Слышь меня? Я все, я бегу и буду через полчаса. О, что это? Объем груди, талии и бедер. Дай мне анкеты, пожалуйста, Володя. А куда это он? Не знаю. Что-то там случилось? Насмерть? А, так у него всегда насмерть. Извините, я вот тут вам эти холодненькие. Давайте эти мне, эти вам. Ну ты, мать, даешь, один день в городе, а уже трупы. Ё-моё. Но он живой. Да? Слава богу. Сковородка-то тефлоновая была, если б чугунная. Паша, как же? И на том спасибо. Здоров. Здоров. Кто это сумасшедшая и что она здесь делает? Холодные. Это вот. Паша, это Вика, моя двоюродная сестра. Вика, это Паша, хозяин квартиры. А ты чего мне не звонил, что приезжаешь пораньше? Ты же говорил, что на месяц уезжаешь. Контракт сорвался, вот и вернулся. Только не ори так, хорошо? Хорошо. Павел, вы меня извините, я не знала, что вы хозяин квартиры. Да ладно. Пойду на кухню. Чайку поставлю. Давай. Павел, я... Молчи. Ну ты, сеструха, наделала. Ты что творишь? Это вообще деньги агентство обратно не возвратит. Это же что, предоплата? Агентство предоплату не возвращает, потому что, ну, это такие условия. И что же мне теперь делать? А я знаю, что тебе делать. Ну давай ты поедешь в гостиницу, давай ты поедешь на вокзал. Влагойск, а? Ну ладно, ладно, не ори, а? А Влагойск, знаешь, нужно думать перед тем, как... В Москву приезжать! Успокойся, успокойся. Ну, какая гостиница? Ты завтра готовить умеешь? Да, конечно, умею. Ну вот. Комната свободна. Занимай. Нравится? Нравится. Ну, вот и все. Человек. Вить, неудобно как? А сковородкой по голове удобно? Паша, скажи, пожалуйста, а ты деньжат для получки не одолжишь? Значит так, слушай меня внимательно, я два раза повторять не буду. Кстати, сюда ближе все. Заполняем анкеты и отдаем их Геннадию. Геннадий, идите сюда. Заполняем очень внимательно и быстро. Все понятно? Да, держите. Да, понятно. Отдайте, по очереди будут вызывать в зал для собеседования. Тишина, пожалуйста. Желающих очень много, так что не будем задерживать своих коллег. Хорошо? Геннадий. Последите, чтобы здесь было тихо. Угу. Девушки, анкеты. Анкеты разбираем. Так, постой. Ничего ты не рассказываешь. Я тебе говорю, ни у меня, ни у тебя нет высшего образования. Поэтому вообще...
молчу. А я что? Ничего, все. Да куда он денется? Не пойдет на это. Извините, здравствуйте, а кастинг здесь? Да, здравствуйте, девушка. Да, вот с той стороны здания можно обойти. Слушайте его, с этой стороны будет быстрее. Спасибо. Обойдете. Девушка. А? А, что это вы опаздываете, а? Я? Да. Да, нехорошо. Да, некрасиво. Так я первый раз в Москве и заблудилась немного. Вы знаете, оно видно, да. Ну что ж, пойдемте. Куда? Как куда? Куда? На кастинг. Куда? На кастинг. Мы здесь вас уже 3 часа ждем. Да уже почти 4. Конечно, вас. А кого же? Подождите. Девушка, Ольга, пойдемте. Да, вы что, серьезно? Да, вы пойдемте. Куда? Пойдемте, девушка. Конечно. Ой. Сюда? Да, да, сюда, приходите прямо. Проходите, ничего не бойтесь. Это, я думаю, вам будет мешать. А это... Оно вам сейчас не понадобится. Пальтишко тоже снимайте, потому что... А... Да, для свободы, держу, так сказать. Снимайте, снимайте, снимайте. Да-да, давайте, удобнее, чтобы будет. Было удобнее, так сказать, да? Вот так. И проходите на сцену. На сцену. Ну? Да-да, конечно, прямо. И никуда не сворачивайте. Прямо сюда? Прямо. Да-да, конечно, прямо на сцену. Прямо вот сюда. Уважаемые члены музыкальной комиссии, присаживайтесь. Да-да. Присаживайтесь. И... прямо так, без аккомпанемента? Ну, конечно. Конечно, мы ведь должны, так сказать, услышать ваш голос. Конечно. Обязательно. Увидеть ваш талант. Безусловно. Талант это да. Так, коллега. Что вы будете нам петь? А, у меня много песен. Много песен, это очень хорошо. Очень хорошо. Да, это прекрасно. А знаете что? А давайте вы исполните нам самую лучшую песню. Одну. Хорошо. Ну, господа. Да. Прошу. Можно начинать? Начинайте. Голос, который мне дан от рождения. Голос, который со мною всегда. Голос, спаси меня от искушения. Если со мною случится беда. Ты хоть раз видел в Москве Золушку? С таким же успехом можно искать на Марсе или на Луне. Да перестань, ну, да будет из кого выбирать. Знаешь, сколько дурочек из провинции? Сколько? Ну скажи мне, сколько? Только те, у кого денег и наглости хватило. Послушай, ты только начни. А я продолжу. Знаю. Я даже знаю, где и с кем. Я даже знаю, как. Здравствуйте, девушки. Лё, я не могу ничего с собой сделать. Идем, а? Закон притяжения. Физика, ну. Птица, что дружит с моею душой. Девушки, здрасте. Здравствуйте. А вы куда? Мы туда. Альберт. Не по пути. Стой. Да. Слышишь? Что? Песни, которую ищу. Кто это поет? Просьба музыкантам группы «Солярис» явиться в кабинет директора. Не слышно. Вот-вот, слушай. Повторяю. Да что тебе? Мы с тобой будем вместе в этой песне. Что здесь происходит? Группа «Солярис» к директору, быстро! Девушка, кастинг проходит в другом помещении. Молодец. Отлично поешь. Извини, что разыграли. А на кастинг на лестницу и на второй этаж. Там направо. Спасибо. Фу. За тобой не угнаться. А? Фу. Куда тебя понесло? Я слышал. Что ты слышал? А? Голос. Ага. Я тоже слышал. Что? Эхо. Да ну тебя. Альберт, перестань, а. Перестань. Девочки, а кастинг здесь? Где еще эта провинция? Девушка, девушка. Анкетку возьмите. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Ой, ты что, слепая? Под ноги надо смотреть. Извините.
дурацкий вопрос вообще. А почему? Ну вот написано, ну ладно, объем груди, талии, бедра, я понимаю, зачем писать, назови три любимых мюзикл, нафига? А ты танцуешь или поешь? Я вообще-то модель. Угу. Мои фотки в русской рулетке видал? Нет, извини. Ну. А в мюзикле что будешь делать? Че, первый раз на кастинге? Первый. Ха, ну и видно. Думаешь, им в постели твой голос понадобится? В какой постели? А как ты думаешь, мои фотки в журнал попали? Ты вообще знаешь, кто на роль Золушки претендует? Нет. Поляковская, любовница Рудакова. Кто еще заполнил анкеты? Да, я заполнила. Давайте. Так, девушка, вот здесь графа не заполнена. Посмотрите. Петь, убавь звук, а? Ага. Еще, давайте. Еще, чтобы не кричать. Так, стоп, 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 стоп. Куда? Вы заполнили анкету? Так чего же вы без очереди? Девушка, давайте. Девушка, вы ничего не перепутали? Здесь кастинг на главную роль в мюзикле «Золушка». Позвольте. Спасибо. Да. Вы знаете, а мне большое. Кажется, нам не надо спешить. Но организовать дополнительную встречу просто необходимо. Чтобы, так сказать, совместить ваши возможности с нашими, так сказать, желаниями. Да, я поняла. Спасибо. И вам спасибо. Лёш, ну, судя по всему, сегодня тебе не очень, да? Но завтра? Завтра. Нет, с меня довольно. Завтра сам. Ага. Мы не найдем то, что ищем в городе. И откуда такая уверенность, что все свои проблемы можно решить через постель? Послушай меня, Лёх, это только начало. Может быть, не самое лучшее, но... До свидания. Да. И снова здравствуйте. Здравствуйте. Прошу вас. Таня, ты что, меня не слышишь? У них тут в Москве все через постель решается. Да ты что? Что ты теперь собираешься делать? Пусть сами поют и танцуют. Ник, ну успокойся. Ты первый день в Москве и уже шумишь. Из кастинга сбежала, а? Да. Давай-ка, вернись. Поговори с ними, Пип. Ну, я прошу тебя. Дань. Что? Я к нему на колени не сяду и не дождется. Ты не садись, ты сходи к этому, как его фамилия? Рудаков. Вот, к Рудакову. Ну, Пип, ну я очень тебя прошу. Эй. Мы что, здесь сплетни про Рудакова распространяем? Я сама видела. Да? А рассказать не хочешь? Извините, но это мое личное дело. Нет. Как раз Рудаков – это мое дело. Пойдем, поговорим? Или ты боишься? Ну, это же надо такое выдумать. Да, Марина Поляковская действительно работает с Рудаковым. Но это только работа. Она вложила свои деньги в этот мюзикл и теперь претендует на главную роль. Но только на общих основаниях. Рудаков очень принципиальный человек в этом отношении. Поверь мне, я его знаю. У тебя вокальное образование есть? Нет. Меня мама немного учила в детстве. Она преподавала в музыкальной школе. В таком случае шансов у тебя немного. Я просто услышала про кастинг и решила приехать. Подумала, вдруг получится. Ну, если ты вундеркинд с Поволжья, может и получится. Нет, я из Логойска. А я из Воронежа. И что? Ладно, вундеркинд из Логойска. Звони. Чем смогу, тем помогу. Ой, ну что вы, я сама. Все, мне пора. Ольга, спасибо вам огромное. Не отказывайся от своей мечты. Ты мое счастье, ты мое солнце, ты мое тук-тук, что в сердце бьется, ты моя нежность, моя награда, и без тебя мне ничего не надо. Ты мое счастье, ты мое солнце, ты мое тук-тук, что в сердце бьется, ты моя нежность, моя награда, и без тебя мне ничего не надо.
Ты мое счастье, ты мое солнце. Алексей Алексеевич. Ты мое тук-тук, что в сердце бьется. Ты моя нежность, моя награда. И без тебя... Может, ты нового будильник завести? Сейчас. Вот, возьми с меня на телефоне. Нет, подожди, вот медиатор есть. Тихо, тихо. И без тебя мне ничего не надо. Так. Вот так. Мариночка, прекрасно, прекрасно, замечательно. Закрепи это все сейчас. Все очень хорошо. Молодец. Альберт, а что тебе больше понравилось? Твой храп или ее пение? Только честно. Я что, храпел? Ну, как тебе сказать? Этот храп у нас песней зовется. А ты зря на Марину давишь. Она давно ждет, что ты ей Золушку дашь. Я дал. Минусовку и текст песни. Какой? Ты любишь. А, ну правильно. Правильно. Ну да делать из Марины Золушку. Посмотрим. Че смотреть-то, а? Музу ты себе всегда найдешь. А, без музы нельзя. Без музы нельзя. Музу надо искать. Музу надо искать. А Маринка, она не муза? Не, Маринка не муза. Ну, чё ты? Альберт. Альберт. Последний раз. Последний раз. Марина! Мариночка! Подожди минуточку. Не муза. Я просто немного устала. Ну так. Ну, я же предлагаю по чуть-чуть и это отдохнем. Павел, вы что, не надо? Ну что, ты такая пугливая. Прекратите! Да. Не трогайте иди меня! Сюда. Отпустите мою руку! Ох, что ж ты по башке опять? Я ж предлагал по чуть-чуть. Thank you.
Алло. Ольга? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Я слушаю. Извините, что вам так поздно звоню, но мне просто больше некому обратиться. Молодец, что позвонила. Полотенце. Держи. Ну, спасибо. Не за что. Все через это проходили. Я тоже приехала. Решила взять Москву боем. Держи. Ой. Да куда там? Чуть зубы не сломала. Держи. Ага. Хорошо, нашлась одна старушка сердобольная. Приютила? Я у нее 2 года прожила, практически бесплатно. А если бы не она, то... Спасибо. Видимо, пришла пора долги отдавать. Завтра найдем тебе жилье. Денег у тебя, конечно, нет. Понятно. Я бы поговорила с шефом, но он не любит, когда через голову лезут. Спасибо, не надо, я сама. Ай, сама, сама. У моей подруги свой салон красоты. Я могу ее попросить, ну, чтобы она устроила тебя к себе, ну, каким-нибудь администратором. Спасибо. Денег заработаешь? Угу. На учебу. Угу. Все. Значит так. Завтра приходишь ко мне в офис к 2 часам. Так, ага. Вещи с собой берешь, то есть сумку. Ага. Дверь просто так захлопнешь. Все, давай спать. Спасибо. Пожалуйста. Правда, я валю с ног. Давай. У меня напротив клуб. У нас еще есть шанс заснуть, пока не начнется дискотека. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Ой. Нет, 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 нет. Активно муссируются слухи о вашем предстоящем браке с Мариной Поляковской. Это правда? А это просто нелепые сплетни, которые распускают журналисты, извините. Здравствуйте. Привет, мам. С подачи многочисленных завистников моего сына. Мам, я же тебя просил, мам. Так и запишите. Это не записывайте. Я не буду мешать. Я здесь подожду. Да, пожалуйста. Когда у вас отремонтируют лифт? Мама. Молчу, молчу. Угу, так. Мы с Мариной Геннадьевной бизнес-партнеры. Партнеры. А вот насколько нам стало известно, она купила роль Золушки в новом мюзикле. Ну, если Поляковская Золушка, тогда и английская королева. Ма. Ой, молчу, молчу. И все-таки, насчет Поляковской. Дело в том, что Марина Геннадьевна действительно вложила деньги в мой мюзикл, но есть очень важное но. Так. Как певица, она принимает участие в кастинге на общих основаниях. Ага. Мой секретарь Ольга сейчас вам все покажет. Проводит вас? Да нет, спасибо. В другой раз. До свидания. До свидания. Расти как хотите, домашний. Нет, в другой раз. До свидания. До свидания. Сынок, пробуй. В другой раз. В другой раз, понимаешь? В другой раз. В смысле? Их не интересует мюзикл. Это бабочки, таракашки. Все. А, вот ты о чем. Их интересует эта возня, слухи вокруг Марины. Все, больше ничего. Между прочим, я тоже хотела поговорить с тобой о Марине. Здравствуйте. Здравствуйте. Поэтому, мам, давай прекратим эти разговоры про Марину, хорошо? Ну, хорошо, как скажешь. Алло. Альберт, сейчас иду, да. Я хотела поговорить с тобой о домработнице. Подруга посоветовала женщину с отличными рекомендациями. Правда, я пока до нее не дозвонилась, но... Сделаем проще. Я позвоню в агентство, все решу. Ага. В прошлый раз прислали из агентства. Ну уж нет. Вокруг тебя и так вертится много сомнительных личностей. Мама? Ой. Что? Что случилось? Что-то не так? Сейчас я позвоню Виктору, он тебя отвезет. Хорошо? Да, ты же знаешь. Врачи советуют мне больше ходить пешком. Ну, с нашим сломанным лифтом это несложно исполнить будет.
Ты как себя чувствуешь? Да, вроде давление скачет немного. Да ничего. На свежем воздухе мне сразу станет лучше. Ты уверена? Да. Заеду к тебе домой, сварю борщ, чтобы ты, балбес, язву не заработал. Ага. Угу. Я через пару часов заеду на обед. Хорошо. А, мам, с Альбертом буду. Тогда одним борщом не отделаешься. Это точно. Алло. Да, это Рудаков, я слушаю. Ага. Тань, да ничего не получается. Жилья нет, денег нет и... Да и вообще соскучилась. Извините, алло? На вашем счете недостаточно средств для продолжения... Женщина, вам... Вам нехорошо? Что с вами? Сейчас, подождите, я окно открою. Эх, что же оно не открывается? Давайте я скорую, я сейчас скорую вызову. Не я... надо скорую, милая. Посмотри, там в сумочке таблетки и вода. В сумочке? В сумочке. У меня просто поднялось сейчас давление. Угу. Я гипертоник. Да, таблетки. Сейчас. Вот. Спасибо. Может, позвать кого-нибудь? А? Нет, я сейчас постою, дышусь, и все будет хорошо. Ничего страшного, надо сосчитать до 10. Раз, два, три, четыре. Ты ведь спешишь куда-то, так что беги. Нет, я с вами постою. Да мне уже получше. Давайте я вас до дома провожу. А ты ведь не москвичка? Нет. Ну да. Такие милые, неиспорченные девушки остались только в провинции. Наши куда-то спешат. Спешат, спешат, торопятся. Стать певичками или артистками. Ты ведь не из этих? Нет, я из Логойска. 6 часов езды от Москвы. Фух, какая прелесть. Ну, и что ты делаешь в нашем страшном городе? Ищу работу. Работу? Это любопытно. А ну-ка скажи, ты умеешь готовить? Конечно. Очень хорошо. У меня к тебе... Небольшое предложение. Какое? Петь. Иди пообедай, потом сведешь до конца. Сейчас. Петя, ну заканчивай, иди обедай спокойно. Ладно. Так. Тогда... Так, ничего не забыл? Ну? Нет, я поражаюсь. Ну, я скоро. Счастливо. Ни единой ссылки. Никакой информации нет. Ну что, она с Луны свалилась, что ли? Так. Дошел еще куча времени. Шоколад твой мы будем до второго пришествия искать. А я хочу есть, как и Петя. Орешки? Я больше есть не могу. Я маме обещал быть дома. Она сегодня приедет. Обед приготовит. Шобер, давай. Пообедаем, заодно и поужинаем. Вперед. Любитель-то пожрать, конечно. Ну, поехали. Мелко нарезаем, а в конце добавляем зелень. Нужно ее немного помять вот так. И давай. Ага. Вуаля. Запахи чувствуешь? Давай я помогу. Чего? Нет ничего лучше обеда, плавно перетекающего в ужин. Блестяще, просто блестяще. Главное не прозевать, чтобы Марья не перекипело. А? Категорически приветствую вас. Здрасте. Здрасте. Альберт. Да, меня зовут Альберт. А вас? Виктория. Очень приятно. Руки мыть. Да. Согласен, руки надо мыть. Помою и так, вернусь. И что у нас дальше? А, дальше? Нет, ну ты это видел. Помешиваем.
Мама. И через 30 минут мама. Все готово. Что происходит? Сынок, обед сейчас будет готов. Вика, поди сюда. Поди сюда, знакомьтесь. Это мой сын Алексей, а это Вика, твоя новая домработница. Я? Ну да, ты же сама хотела работу. О, между прочим, очень хорошо готовит. Очень приятно. Угу. Мам, можно тебя на 2 минуты, буквально? Хорошо. Здравствуйте, Мария Васильевна. Здравствуйте, Виктор. Угу. Ой, Витя, привет. Тебе не кажется, что если в моем доме будет жить молодая, симпатичная девушка, со стороны это будет выглядеть как бы неоднозначно? М? Вокруг меня и так бесконечные бабочки-таракашки, бабочки-таракашки, бабочки-таракашки. Со стороны неоднозначно выглядит Марина, которая так и норовит мама. Прыгнуть к тебе в постель. Мама! Вон из газеты в газету слухи качают, а она только их подогревает. Мам, я прошу, не надо об этом. В отличие от Марины, Вика очень серьезная и порядочная девушка. Так что смотри, не обижай ее. Я контролирую вопрос. Ты ее удочерила? Где ты ее нашла? На улице. Привет, сестряночка. А ты как здесь? Это как ты здесь. Я так, я это, ну... Ой, только не надо вот из себя дурочку строить. Дурочку? Ловко. Ну, сестренка. Давай помогу тебе, а? Помощница, послушай, что я тебе скажу. Я, чтобы это место получить, 2 года корячился, в люди выбился. И знаешь, чего мне это стоило? А ты сейчас хочешь, чтобы меня отсюда вытурили? Почему? Да похочено! Ты что, не понимаешь? Брат к Рудакову устроился, сестренку пристроил, а теперь всех родственников в Москву перетащат под бочок к нему. Вить, да ты меня не так понял. Меня Ольга пригласила в офис Рудакова, и я смотрю, подожди. Он тот же. Ты что, думаешь, что Рудаков тебя певицей сделает? Да не будет этого. У него Марина есть. Ну ничего, ты еще успеешь с ней познакомиться. Я тебя предупредил. Услышала меня? Да. Вари борщ, сестреночка. Было приятно познакомиться, Виктория.